23 по 26 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке произошла трагедия для всей страны. Было захвачено более 900 человек. В течение 3 суток без еды и воды. В ходе теракта погибло 130 человек, из них 10 детей. Также не стоит забывать тех героев, которые отдали свою жизнь в ходе переговоров. Подполковника российской армии Константина Васильева, который предложил себя обменять на заложников детей. Мы не должны забывать этот день, чтить память погибших героев и надеемся, что таких трагичных нот в нашей стране больше не повторится.